17 июля на стадионе «Рубин» пройдет большой спортивно-кинологический фестиваль. Сейчас идет подготовка площадки для проведения мероприятия. Территория будет разделена на две части. В одной из них установят тренажеры для животных, а другая предназначена для выгула. После проведения фестиваля площадка будет доступна всем собаководам. Возникла вот такая идея, потому что в городе практически нету именно площадок для дрессировки, для кинологического спорта. То есть вид спорта, где люди могут занимать призовые места на различных соревнованиях, выполнять нормативы мастеров спорта. Еще одна причина для создания площадки – показать жителям города, что кинологический спорт – это не просто игра, а работа с умными и подготовленными собаками. Для этого на стадионе будут проводиться курсы дрессировки. На них владельцев собак научат правильно руководить своим питомцем. И любые занятия с собаками, они для чего нужны? Для того, чтобы хотя бы, да, собаки, во-первых, у всех людей привыкли, да, к бытовому послушанию. То есть они не убегали от них, не тянули там поводок, не отрывали. То есть были удобны как и своим хозяевам, и другим. В планах организаторов не только обучать животных и проводить соревнования, но и создать дружину из добровольцев, цель которой – повысить безопасность микрорайона. Вступить в нее сможет каждый, пройдя курсы дрессировки. Ведь собака – это не только член семьи, но и настоящий защитник правопорядка. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.